옛날에 그린 거 혹시 그려? Нашел также показывает, что на тайне повреждения шейного отдела
помощника становится одной из ключевых проблем перед прогрессирующей выводом чистоты кислота и процедурами нарушений. Актуальность лечения этой проблемы заключается в том, что диагностика и лечение повреждений грани вертебральной зоны до сих пор не разработаны. И незаслуженно эта проблема оставится без внимания. Актуальность проблемы заключается также в том, что возникающие при этапе травмы мышечно-скелетные стройные напряжения можно корректировать только классическим лечением. Возможные последствия данной травмы кардиовертебрального перехода. Исходя из нашего опыта, подтверждается, что изменение положения и подвижности шлемакового волна в позвоночном двигательном сегменте мгновенно вызывает цепные реакции, которые при помощи шейных полузатонических рефлексов распространяются на волны всех пострадавших мышц. И в дальнейшем могут оказать существенное влияние на формирование осанки ребенка. Мышечная асимметрия тонуса мышц шеи, приводящая к построенной мышечной асимметрии, может влиять на весь позвоночный скол. Также мы замечаем, что минимальное нарушение соотношений позвонков верхней шейного отдела или нарушение их функции вызывает нарушение мозгового кровообращения. Возникает спазм резервного бассейна, возникает рекордный застой, застой венозный, что приводит к нарушениям гемодинамики и, как следствие, к нарушениям функций диэнцефальной структуры мозга и в целом может привести к дисфункции всей центральной нервной системы. В результате шестерма надо было поставить следующие цели. С помощью рентгенологического исследования определить типы родовых повреждений крайних вертебрального отдела по рождению, перенесших родовые травмы. И вторая цель была сравнить эффективность остеопатического лечения и аллопатического лечения пациента. Для данного исследования были взяты 40 домашних младенцев, родовые травмы верхней шейной позвонков и основания черепа. Масса тела при рождении не превышала 3500 граммов и не была меньше 3200 граммов. Оценка по шкале актуальна не менее 7 баллов. Дети с дисплазией краниовертебрального перехода в эту группу не входили. Всем детям было выполнено рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника и нейросонографии. Пациенты были разделены методом случайной выборки на две равные группы. Дети первой группы получали симптоматическое лечение, дети второй группы получали медикаментозное лечение. Остеопатия – это метод мануального воздействия на организм человека, концептуальный подход при проведении симптоматического лечения в соответствии с характеристическим принципом, согласно которому лечение проводится на уровне целостного организма, и разорванного изменения структуры и функции органов и систем. Дата возникновения метода 1874 год. Основоположником остеопатической медицины стал Эндрю Тейлор Стил, который прижил с 1828 года по 1917 год. Он был хирургом, инженером, священником и активно оперировал во время гражданской войны в Америке, хорошо знал анатомию и вот явился основоположником пациента. В первой группе деятелям, которые лечились гепатическим методом лечения, проводились 5 сеансов в течение 35 дней, среднего интервала полугодовой недели. Проводились крайне сохранные техники, способствующие восстановлению правильного соотношения позвонков и улучшению генетики центральной нервной системы и рекординамики. Вторая группа получала лечение в течение 45 дней. Это была традиционная нерекомендованная терапия с использованием базовых индикаторов и утробных препаратов. Через 2 месяца после окончания лечения все пациенты были повторно обследованы. На данных фотографиях изображен
лечение проводится локально на области повреждения дыхательных переходов, а также глобально проводится лечение в тех областях, где происходят взаимосвязанные изменения тела с деформацией в области дыхательных переходов. Часто телесоединительных проводов проводится на костях таза и на мышцах грудной диафрагмы. Исследование наших пациентов использовалось на протяжении многочисленных исследований. Это были мимограммовые уровни, стандартные проекции, передние задания и правые. Здесь отображена методика решения спондилограмма, выраженная в боковой проекции просто сотяжения. Клинические нарушения упражнения, как крайне вертебрированные области, они очень многогранны, потому что, согласно анатомическим и механическим особенностям, здесь находится очень много жизненно важных структур, таких как головной мозг, мозговые артерии, черепно-мозговые нервы и так далее. Но можно сконцентрироваться вот на таких позициях, как наклон головы плечо с ротацией в противоположную сторону. Согласно закону биомеханики, поражение верхней шейного отдела, в отличие от нижней шейного отдела, сопровождается наклоном в одну сторону и противоротацией в другую. В нижней шейном отделе наклон и ротация очищается в одну сторону. Также отмечается ограничение движения верхней шейного отдела против их отсутствия. Асимметрия тонуса в зависшейных мышц и в первую очередь грудной причине субцелийных мышц. Отмечалась ротация таза. У части пациентов до 42% отмечалась ротация в сторону противоположной ротации головы. 28% демонстрировали ротацию таза однонаправленно с ротацией головы. И 30% демонстрировали отсутствие ротации таза. При нейрофизиологическом исследовании клинически выявлялось гипоксические изменения глубокого белого вещества мозга, расширение ликвосодержащих пространств, как известно, это является ответной реакцией мозга на гипоксические и травматические воздействия. Также кислые сосудистые изменения. Здесь фотография пациента номер один с диагнозом ротовой травмы грани вертебрального перехода. Возраст пациента 3 месяца, эта фотография изображает его до лечения. Если хорошо посмотреть на это тело с точки зрения биомеханики, мы видим, что у ребенка отмечается наклон головы к левому плечу и ротация вправо. Также отмечается противоротация таза по отношению к ротации головы. Если хорошо посмотреть, можно себе представить, как вот эти выталкивающие силы со стороны материнского организма прошли через весь этот позвоночник, начиная от крестца и дойдя до крайнего фибрального перехода, как они травмировали это тело, как они его деформировали. Это вторая фотография того же пациента. Здесь он находится в этом же положении, просто его поза немножко усугубилась в процессе движения. Я решила еще раз зафиксировать, показать, как усугубилась ротация головы к правому плечу, сопровождающаяся наклоном головы влево, и противоротация таза. Так называемая поза фехтовальщика. Это пациент номер один, тот же самый пациент, возраст 3 месяцев до лечения, его положение на животе. Обращаем внимание, что те стрейны, патологические напряжения, мышечно-скелетные, которые прошли через его тело после прохождения родовых путей и не смогли расправиться до 3 месяцев, они сохраняются в теле, не позволяют ребенку расправить нижние конечности, расправить таз, благополучно занять физиологическое положение. Это пациент номер один, тот же самый пациент в возрасте 6 месяцев, после проведенного остеопатического лечения, позвоночник занимает срединное положение и, в общем, он уже смог занять комфортную физиологическую симметричную позу. В результате наших исследований были выявлены следующие типы нарушений, которые были выявлены с помощью физиологического исследования.
нарушений в крайнем ортогональном переходе, возникших в результате перенесенных родовых травм. Это рапционный боковых атлантов, функциональный суставной блок между затылком и первым шейным позвонком, функциональный суставной блок между первым и вторым шейными позвонками, переломы затылочной кости в области заднего нижнетылочного сингхондроза, переломы атланта и переломы аксиса. На данной рентгенограмме представлен рентген прямой боковой проекции пациента номер 2 с диагнозом боковой травмы крайнего ортогонального перехода рапционных боковых атланта. Здесь стрелочками обозначены боковые суставы, и вот широкая стрелочка, она как раз показывает, что щель левого бокового сустава атланта аксиального сужена, и это является признаком ротации первого шейного позвонка. И это изображено схематическое изображение этой же инструкции. На данной фотографии изображен пациент, рентгенограмму которого мы только что видели. Это пациент в возрасте 3 месяцев. Он перенес родовую травму крайнего ортогонального перехода, родовый стремительный толчок, вылетел пуповину вокруг шеи. Здесь мы видим, что он занимает вынужденное положение, что голова резко наклонена к левому плечу, ротируема вправо, вправо. Если говорить статистически, то почему-то чаще происходит именно наклон головы к левому плечу и ротация головы вправо. Наверное, это связано с тем, что большая часть пациентов действительно рождается изначально повернув голову к левому плечу матери, а потом вынужден на 90 градусов ротироваться, чтобы выйти в серединное положение. Здесь изображена рентгенограмма в прямой боковой проекции этого же пациента после остеопатического лечения, после устранения ротационного подвига. Мы видим, что ширина щелей боковых атлантоаксиальных суставов симметрично слева и справа, и ротация атланта устранена. На этой фотографии изображен этот же пациент номер 2 после проведенного лечения, после устранения ротационного подвига атланта. Видно, что голова занимает срединное положение, что качество жизни значительно улучшилось. И мама тоже. На данных рентгенограммах изображен функциональный суставной блок атланта. Это двухсторонний блок, который сопровождается. Вот первая и вторая рентгенограмма – это до лечения. В возрасте 15 дней они были сделаны. Мы видим, что происходит фиксация первого шейного позвонка относительно второго. Идет сужение щелей, образованных этими суставами. И в клинической картине этот ребенок демонстрировал компрессию крайнего ортогонального перехода, болезненную контрактуру у него, он запрокидывал уже резко голову в зале, и в неврологическом статусе у него проявлялся рефлекторный двусторонний парез серва. На третьем рентгенограмме вот это изображение шейного отдела боковой проекции, это уже пациента после лечения, с восстановлением соотношения между первыми двумя позвонками, с устранением функционального бокового блока. На этих рентгенограммах изображен функциональный блок атланто-затылочного сочленения. Пациент номер 4, диагноз родовая травма крайнего ортогонального перехода. На первых двух снимках, как изображены рентгенограммы, до лечения. И первый снимок выполнен с разгибанием, второй снимок просто боковой проекции, дисфункциональный проб. И мы видим резкое сближение верхней дуги атланта и затылочной кости. В клинической картине такие лидеры, как болевую контрактуру, запрокидывание головы к заде. В связи с судорожной компрессией в области, ограниченной подвижностью, возникают полостойные изменения со стороны черепа, и клинически они проявляют
килограмма выполнила после лечения, где мы видим полное восстановление сустава и устранение функционального блока в аналогичном сочленении. На этих двух рентгенограммах берем затылочные кости пациента номер 5 с диагнозом родовой травмы краниовертебрального перехода. Признаком перелома здесь является на верхнем снимке, выполненном в возрасте 1 месяц, разновеликое состояние затылочной чешуи и ее боковых частей. На нижнем снимке мы видим, что деформация задней желаточного синхондроза устранена, и вот это равносостояние устранено. Чтобы немножко пояснить этот снимок, я покажу следующий слайд. Здесь мы используем фотографию Неттера из атласа анатомии человека, где красной стрелочкой показано наличие заднего межзатылочного синхондроза. Я хочу напомнить, что он только бывает в детей раннего возраста, в дальнейшем он умеет. Ниже изображена компьютерная топография нашего ребенка. Это здоровый ребенок, затылочная его кость, состоящая из четырех частей, чешуя, две бедренные части и боковые. Красными стрелками изображено местоположение нижнего межзатылочного синхондроза, в области которого часто происходит перелом во время родов. При переломе, при травме этой зоны происходит смещение затылочной кости, она смещается как бы вверх и вперед, в результате чего происходит большое сужение большого затылочного отверстия и его деформация. В клинической картине этого ребенка отмечалась серьезная неврологическая симптоматика в связи с тем, что в большом затылочном отверстии проходят такие компоненты, как спинной мозг, продолговатый мозг, мозговые артерии, ветви добавочного нерва, и так рекордные пути и так далее. На данных рентгенограммах пациента номер 6 диагноза родовая травма крайне вертебрального перехода по РСЭРВа изображена на первом снимке, мы это видим в прямой проекции, изображена картина перелома атланта, которая сопровождается тем, что правая боковая масса первого шейного позвонка смещена латерально. Это видно на схеме. И вместе с ней смещена правая боковая масса сзади груди. В целом задняя дуга атланта запрещенного затылочной кости это видно на боковом снимке. То есть здесь еще идет функциональный блок между атланта затылочным сочленением, что часто сопровождает такие тяжелые переломы, такие тяжелые травмы, как переломы. Здесь мы видим фотографию этого пациента, номер 6, как заводовая травма краниовертебрального перехода. В клинической картине он демонстрировал тяжелый порез СРВ. Если посмотреть на тело ребенка, мы видим, что у него голова наклонена к правому плечу, ротирована влево. Мы видим, что идет ротация таза в однонаправленную сторону вместе с ротацией головы. И в то же время смещение такой же, в виде шифта таза относительно средней линии. Правая рука ротирована, бронирована и приведена к туловищу, и объем движения имеет резко ограничен. На этой фотографии пациент номер 6, это же пациент с парезом нерва после проведенного лечения. Мы видим, что тело занимает более срединное положение, таз занимает тоже срединное положение по отношению к оси позвоночника. И мы видим полное восстановление движения по конечности. На данной рентгенограмме изображен очень интересный случай перелома атланта пациента номер 8 для заболевания травмы краниовертебрального перехода, перелом атланта. Здесь перелом атланта произошел в области правой боковой массы первого шейного позвонка. Красная жирная стрелочка как раз показывает эту область, куда была смещена она латерально. Щели, образованные ею, суставы сужены, задняя дуга атланта расположена правильно, правая наклонена к правому плечу. Внизу на схеме показана демонстрация области двух областей перелома этого позвонка. И мы видим, что перелом состоялся в области бороздки артерии вертебральной. И этот ребенок демонстрировал тяжелейшие симптомы в виде апне, причем эти
состояние, называемое таким минимальным движением, как рукота, сосание, поворот головы. Дважды он находился в реанимационном отделении, ему ставили судорожный синдром, получал антиконвульсанты. В связи с этим антиконвульсанты не оказывают положительного эффекта. И вот только после того, как он был принят на остеопатическое лечение, удалось добиться терапевтического эффекта, и после лечения ему была сделана компьютерная томограмма первого шейного позвонка, на которой мы видим, что вот эти травматические компоненты, они устранены, и в общем-то на сегодняшний день, на момент выполнения этой компьютерной томографии, позвонок в общем-то заживает идеально. Относительно срединной линии он располагается срединно. Мы видим, что он симметричен. Мы видим косвенные признаки того, что да, действительно здесь тупо перелом двойной атланта. И это выражается в том, что хрящевая часть правой половины передней руки шире левой. Видим, что правая половина ядра костенения передней дуги атланта меньше, чем левая. И видим, что правое латеральное отдел задней дуги атланта характеризуется гиперостозом. Это как раз является второстепенными признаками того, что действительно будет перелом, но он в общем-то для 6,5 месяцев хорошо компенсирован и качество жизни его нормальное в данный момент. На этой фотографии изображен пациент, у которого перелом атланта в области бороздки артерии вертебралис. Здесь ему возраст 6,5 месяцев. Состояние его благополучное, никаких судорожных проявлений у него остановлено не отмечал. Он учится в школе уже. И практически здоров. На данной генограмме изображен перелом атланта, перелом зуба аксиса. Это пациент номер 7 с диагнозом родовая травма крайнего вертебрального перехода. Мы видим, что помимо перелома левой боковой массы атланта, которая сужена и смещена латерально, отмечается смещение зуба аксиса вперед, что является признаком перелома шейного отдела позвонка, признаком тяжелой крайней вертебральной травмы с переломом зуба второго шейного позвонка. В клинической картине у ребенка отмечалась мезокария, отмечался форез Эрба, задержка двигательного развития, выраженный болевой синдром. Хочется добавить, что у всех детей, которые мы посмотрели, в клинической картине присутствовал выраженный болевой синдром, присутствовали нарушения при сосании груди, и это понятно, потому что подвижность верхней шейного отдела была нарушена, и ребенок испытывал большие затруднения во время кормления. Также хочется отметить, что практически все эти дети, может быть, только кроме ребенка с функциональным двусторонним боковым полуфриком атланта осевых суставов, все эти дети в клинической картине имели перелошение. Это тоже очень интересно. Значит, я хотела отметить, что контроль за состоянием пациентов осуществлялся при помощи психологического осмотра, неврологического осмотра и проведения нейросомографических исследований, потому что совершенно отчетливо было видно, что дети с родовыми травмами крайних вертебральных переломов демонстрировали достаточно выраженные неврологические проблемы и ортопедические проблемы. Поэтому контроль осуществлялся при помощи проведения нейросомографического исследования. Дети были осмотрены профессором Новым Александром Сергеевичем, согласно его стандарту. Они были осмотрены до лечения, и повторное исследование проводилось через 2 месяца после проведенного лечения. Полученные данные были обработаны с помощью программной системы статистика for Windows при помощи статистического исследования использовались критерии малолетней. И они были выведены в виде полочек диаграмм. Для обследования были отобраны такие
либо содержащее пространство, как боковые.